Эту собачку зовут Груня. Груша можно. Собачка очень молодая, это еще совсем ребенок, подросток. То есть ей где-то месяцев 5-6. Мы забрали ее из ветприемника. У нее еще была сестричка, вот точно такая же, только темно-коричневая шоколадка. Шоколадку забрали. А вот Грунечка пока ждет своего хозяина. То есть Груня очень контактная девочка. Она, так как она небольшого размера, она будет небольшая. То есть она вот такая, как, не знаю, такса, что-то наподобие таксы. Коротколапенькая, коренастенькая. Она подойдет и в квартиру, и в свой дом. Ну, конечно, только звоночком. То есть не охранник это, конечно. Она подойдет, конечно, в семью с детьми такими, ну, школьного возраста, не совсем маленькими. Потому что она очень любит бегать, играть. То есть она очень активная. Ей нужно очень много внимания. Ой, Груня у нас один раз выбежала из вольера, и мы ее 2 дня не могли поймать. То есть она очень активна, ей очень хочется бегать. Характер у нее очень тихий, она очень скромная. То есть она не лидер своей, как сказать, стайки. Она никогда никакие конфликты не ввязывается. То есть очень спокойная собачушка. Команды не знает. Надо учить, конечно. Глупенький ребенок еще. Грунечка ждет своего хозяина в нашем приюте. Приезжайте за нашей Груней.